Да я заинтересован, я вот бы хочу сюда позвонить по трудоустройству. А по какой вакансии? Ну, я вообще строитель, отделочник. Какая будет? Ну, любую, согласен, пойти же. Жить-то надо чем-то. Вы с Красного хутора, да, получается? Какая там была обстановка в последнее время? Плохая. Начали стрелять, дома разбивать. Перестрелки. Не очень. Не очень. Жутко, жутковато, конечно. Дома пооставалось и хозяйство, и все. Вы приходите и получаете вот документ, подтверждающий вашу дотологическую регистрацию и фотографирование. И это уже является основанием для официального у нас трудоустройства. Все. Понимаете? Зарплата соизмерима с той, которую вы получали в Красном хуторе? Конечно, даже и выше. Сколько? Ну, смотри, от 31 до 38. Ну, смотрите. А вы зарабатывали? Ну, я работала на свинарнике, последнее рабочее место. Там зарплата поменьше немножко. Мы найдем и трудоустроим всех желающих, которые здесь, не здесь, в каких-то других ПВРах. Я думаю, без проблем. Никаких конвертов, все прозрачно, все по ТК. Все соцпакеты, все-все-все абсолютно. Без задержек, два раза в месяц, аванс и заработная плата. Как вообще обстановка здесь? Нет, здесь обстановка тихо, спокойно, все, тепло, кормят, поят, все, телевизоры привезли. Как вы тут живете? Привезли холодильник, я смотрю, микроволновка. Да, холодильник, микроволновка, у нас тут тепло, уютненько. У нас, правда, деток очень много, вот. Поэтому у нас получается, наверное, самый шумный домик. У нас здесь 11 детей. Нам тут нравится хорошо. Вот теперь, если еще работать, пойдем, вообще замечательно будет. Деткам вот привезли, слава тебе, Господи, игрушку. Сами хоть новости посмотрим. Потому что без новостей было. Интернет не особо всегда ловит. Вот. А теперь детям и взрослым нам новости, детям мультики. Уже хорошо.